Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Хардкор режим. Что вы делаете? Командира разведите от мобов. Забери Джозефина всех мобов, кроме командира, кроме мест. Зачем 20 урона на пол? Или это для урона? Что? На СУ на пол дали. А, ну. Цель на красный. Для того, чтобы тебя побил моб, у тебя прокнула эта фигня в ветке, которая 10% дамага дает. Ты больше не дамага. Привет, у вас места есть? Ты долго раздуплялся. Сбор подобный. Я так понимаю, нет мест, да? Ну да. Все понял, спасибо.
Ставьте генералу вместо коня. Я так скажу, сейчас вот 2 минуты. Я не смогу такого. Дайте рейд. Случайно. Спасибо. Первая пати по Вадиме. Каски, кулаки между собой. Первый, второй фридом. Синяя, желтая джака. Аура, этими распределите. Я попал прото по всему рейду. На мемозах, кресты. Чёрт не пыль. Запускайте босс. Вели под стрит. Слушайте, а кто будет командовать? Вдруг умерли. Не мэхали надо. Я до этого ДК Метриус не достаю прохиливать. Напало. Норм? Тем более, я уже достаю обои. Спасибо. Без вас я бы долго не продержался. Здесь произошли страшные события.
святилище считалось неприступным. Но до сих пор... Вот, Миника, убейте без... Ну, малого убейте еще без меня, я сейчас... ...явились из ниоткуда. Мы даже не успели... Без меня, вот, малого убейте, я сейчас убью. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц. Атакой руководил кровожадный Заэтрия. Но, боюсь, тут замешана и более могущественная сила. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Слуги! Обратите их в пепел! Герои! Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно сторону ставим рыбу, отбиваемся, смотрим на рыбу. Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. По хилам. Дай шкаф. Шуманем кота. Шкаф, лог. Эшли. Англиф. Нинера. Шкафец. Ты не шкафец. У нас один чувак не вредит. Слышишь? Войд, что я хилю? Хорошо. Еще раз суманите, пожалуйста. Там смысл, смотри, там два друида во тьме будут с этим, ну, шаманом.
Дайте баф, пожалуйста. Рыбу можно? Ставьте рыбу. Да не, я уже хавал. Блин, Дмитриус 6-1, плотно его будет хилить. СС кидаешь на третьей фазе на Хулипала, на Деморонайзера. Как выйдешь на из тьмы, сразу кидай. На хп. Поврачу. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Нет, с этого трая давай уже ГП. Я пью ману.
Что, что, что? Ты шум там сильный какой-то. Я готов. Там что-то он вылетает, протупал, умер менять надо. Он писал там, что-то такое вылетит, то все. Как бы дождался, что он скажет. Зачем? Славик, может быть, мне это... Ты мне потом расскажешь. Но я не танчил трэш. Джозефина, если ты варка слышишь про Сани, ты отлагал? ДК, дай бар. Вырвите его. ДК. Надо быстрее, пока он не начал дышать. Сейчас. Сколько еще таких героев? Небеса в огне. Забафите сразу друзья. Добивает два человека. Только два человека добивают. Я поднял мага, но он вылетел. Заходим, дружим. Клод, это четвертая фатя, ты должна добивать. Сколько еще таких героев? Хорошо, я не отпущу блок. Все, кроме демона, остаются в четвертой пати. Добивай голема.
Джерем. Если сейчас какая-нибудь хрень сорвет агро всем напулерам ГП, особенно хантам, бля, у которых есть готовность. Не с ЛПшки начинай. Вам выпала честь. И на себя. Тяни. Туда вводи. Все, давай, вот. Выруливай. Милики свалили. Протопали мелька. Не всекайте сильно, он игру еще не набрал. Добили. Заходить. Дышу. Спросите. Сколько там процентов? 5. Остерегайтесь тени.
Будьте ничтожны перед посланником Смертокрыла. Посмотри. Круто. Сколько еще таких, как небеса в огне? Кто-то может себя сама лишить. Да, могу подиспелить. Большой ударение. Небеса в огне. Ничего не сейчас было. И еще таких героев. Сорвали большого или че? Походу. Там и босс сорвали. И выходи в свет. Хантов откатывается готовность, и первый ёбаный на пол не дают в танках. БДК. Ну, мы и дали. Ну и как это сорвали, спрашивается? Ты голема сорвали, не этого. А там босс сагрился на кого-то вроде на небесный, что ли. А потом большой пошел. На одного, на второго. А Клота умерла не от того, что ее не испалили, а просто там две метки было, и света, и тьмы, она как раз на границе там оказалась. И они перекрещивались. Славик, я перезахожу. Завис и выкинул меня. Какие две ложи? Она выносила первую метку в этом, в смысле, в свету. У нее не могло быть нахлёст. Чё сказал? Важно, он ЛПшку дает игру на хилах выше. С таунта пусть начинает. Thank you.
Давай кину. Да, я тут. Есть ретрик. Все, спасибо. Спроси Олега, может ретрик не пойдет. А может на я ретриком пойду? Войт стал свидетелем. Ну, ты уже никому не расскажешь это. Слава богу. Это прям во тьме, да? Поверил. А зачем мне ретриком заходить туда, если я в светогоне? Боги в танк, Джозефина в ретрика, Олег ходит. Смотри, что там за слоты у вас. Да, никакого не надо Вуди, пускай хилит. Веселочка протопалом будет. Да нам во тьму нужен второй ретрик, вот чем дело. Ну а Джозефин не может во тьме поиграть. Блин. А Виталик он может на ретрика зайти. Я ей говорю, давайте я ретрика. А, Джозефина. А подожди, Джозефина нормально танчит? А, вы сейчас только трэш убили, да? Я понял. Да нормально. Да, нормально, Джозефина танчит. Во тьме, наверное, люди падают от недохила, да? Нет, тьма не падал. Блин, жаль, не угадал. Зуми, самовер. Четвертый пати остается добивать. Этот безумие это сова, да? Нет, это кот. Небесный это сова. Два кота. Да уж. Ладно. Туда хмелиса Нелли остается добивать големов. Слабенький. Ну, сейчас будет синеньким. Ставьте, что вы стоите. Вон лиф. Хоть на пуле нормально находится. Сука, чуть удар не хватает от таких ситуаций, которые здесь происходят. Коноб опять крыл матом людей. Да тут два пула подряд, хали он бежит на нас. Прям к стенке. Кого-то не бежит. А в чем Коноб крыл матом людей? Что это за провокация в мою сторону? Олег, прекращай. Нет, он ушел на кухню, у него там картошка жарится, и вот этот треск постоянно нон-стопом идет. А тут я просто прочитал голос пользователя, Коноб был включен администратором. Ты вот. Кого не материл? Почему я должен... Вчера материл. Ну, вчера по факту спина Бисова ушла в волчат. Мне проще было взять вагон из гильдии. Не, несущественно.
Внимательно посмотрите, кто в четвертой пати. Кроме демона, все остаются добивать. Ага. А, Олег, это на диспеле, кстати. Сова. Кто там в одном из трав искали диспеляра? А, в свету Тисадар диспелит. Тоби готов? С веселочкой разберите. Веселочка, скажи, какие бафы Фридома там. Наверное, он первый все кидал, потому что он один был. Нет, он был не один. Был Китнай. А, Китнай был. Который офнулся, как пидор. Ты офнулся? Вышел из зеркаля и офнулся. Кунник. Китнай. 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 У Эмрата этот. Паузу. Да. Ну, теперь можешь закинуть час и не брать его. Если это драгман был, то уже можно не брать. Все готовы. Нет. Далас какой-то в рейде. Да, скунтый пряник. Скунтый пряник. Это нормальный человек, это Амбрелла. Брево. Митрус, начинай. Ну ты видишь, три раза так. Мадвейн это делает? Или нет? Росовая билка, Вара и какая-то билка. Агрик так. О, давайте упадем, короче, я шмот не сменил. Давайте. Был шмотки сменить. Вот у меня так пукан горит. Если бы я знал, кто это делал, просто бы монитор его голову просто воткнул, блядь. Блядь. Я вчера 2 часа так и рейдал. До часа маршрутки вас погоняют. Ну у меня просто моя сфинки едет, и ее встречать надо, идти не надо. На финляндский вокзал? Ладно, сейчас я сейчас буду смотреть по таргету, куда идет Халион. У него в таргете ДК. В чем прикол? У него в таргете ДК, а он идет на нас. Значит, это баг. Тогда не прожимайте ничего, одну секунду. Я ему уже все это сказал. Еще раз сказать. А почему бы просто в кучку одну скопиться и не идти пока что, он не выровняет? Не знаю, это сложно. Шмот поменяй. Фреймер оставить просто. Давайте бафаться. Чай наушники я надену. Тут не слышали звуки. Это что, комп так работает? Веселочка, Виталик, ну что вы бафаете? Ну я не знаю, ничего не бафую. Но бафы все есть. Ну я кулаки. Да, я кулаки сейчас был. Сейчас. Чек не баф. Почти первый час прошел. Второй час прошел? Так это немного. Да. Безумие готов. Ладно, пускай будет готов. Митриус, начинай. Этот мир вот-вот
Ну, не знаю, это уже было перебор. Сначала он сагрил, потом вас пошел. Сагришь на себя, Митриус, или нет? Сейчас, секунду. Ну, ты неправильно сагрил. Может, напуливает еще на БДК второго? Не-не, наверное, нет. Даллас, поднимай фогу. Блять, ложь. Падаем, заходим в лужу. Лол, блять. Значит, фоги ГП, а Далласа минус кролл. Пускай будет минус 10. Что с этим? Какое-то проклятие или что, нахуй? Мне кажется, что-то нечисто, нахуй. Ну, блин, надо отбегать подальше от метеора. Надо отбегать подальше от трэша. Да нет, Конты, на кого вы напуливаете вообще в первый трай? На Митриуса. Я видел в таргете безумие. Нафиг из-за чего такое? Слышишь, Олег? Из-за чего? Потому что он начинает таун там, вот и все. Он сам Митриус, попробуй с притяжки начинать. Олег, слышишь что? Так. Это самый Олег, прикинь мне последние пати, верни обратно, у меня забагался аду. Поменяйте, пожалуйста, меня на Джерриана, мне отойти минут на 20 надо. Хорошо. Джерриан, заходи. Спасибо. На кого-то. Навар какому-нибудь. Джерриан, он холик. Давайте шкаф. Знаешь, через шкаф ставь. Шкаф. Пальти 20. Давайте бахать его. Бах. Можете еще вам это поставить? Рэги кончились на бафы. Безумие ты тут? С какой обилки ты начинаешь бафы? Алло. Он не знает. Ты тигриное неистовство не прожимаешь? Нет, он не прожимает. Есть у кого мамонт? Его не встречает, по-моему. Тигриное неистовство прожимается после настахивания войд, вообще-то. Спасибо, что я не успел купить, красавчик. Знаешь, без бафа. Все купил. Готово. О, спасибо за духи. Начинаем, Митриус, схватки. Не вижу. Анимации не было, что он хватку прожал. Ну ладно. Квадратик. Верующий. Делай первую фазу, выйти с квадратика, бежали. Уже брейдни. Задрак. Кто во свету хилит? Верующий. Пять хазра, тишина подряд, хилы. Если будет много.
Бежали. Уже играет. Полная метка. Босс, блядь. Ханты, не бейте градом стрел, когда это уже не надо делать. Надо бить босса. Находи БДК, 4 пати остались. Если посмеете. Заливайте сразу Емирха за раку. Бейте кружок. Да так-то мне тоже залили. Я первую фазу хилил сам. Ну, залить на третью уже. Зайти. Торбик на семетку, когда заходите. Пошли. А, ну давай, Тесадар, заливай Иннер верующему. Алик Кондратьев сейчас будет, кстати, лезвие с меткой. Лезвие с меткой. Квадрат никто не встал. Точно. Фаза пошла, ждем метку. Зраку носи. Подну свет. Мелисонели, выйди. Тоби, давай рост. Тарби в квадратик, не лево, не право, в квадратик. Метка на двери. Короче, метка. Я здесь справлюсь с тебя. Ладно. Метеор, давайте побежали. Во тьме давай рост. Когда? Играем в большого голема. Светло. Минус сняли метка. Ты садар поднимай клота, играем большого голема. Большого голема. Теперь фридом. Большого голема сыграли все. Почему они хилят хмели сунели, блядь? Безумие, подымай хмели сунели, садар на семетку. Большого голема доиграть. Давайте фулбаф парейду, лап, интеллект. Талия квадратик. Бежали. Уже в рейде далеко бежим. Бога. Метка, ламра у меня метка. Дисплейлю. Большого голема играем. РДД помогаем трэш бить. Верующая метка. С диспелька. Дисплейлю. Гиль, гиль верующего. Побежали. Иннеры верующему залить. Банк упал. Хоть не вижу. Чё там по отхилу во тьме? Путь смерть. Я завис. Дмитриус завис. Да-да-да. Просто лезвие. Наверное, лезвие догнал. Ну, 70 не было, у нас было всего 40. У нас протопал, походу, без неистовства босса. Джозефина, у тебя есть ретрик? Так почему у тебя умирает хант, который на тебя напулил, был на пул поломан, а потом умер кот буквально там, блин,
в пару секунд. Ты собрал трэш и сразу умер кот там в секунду. Он ударен по ходу раз. Чего умер Хант? Его убил Трэш. Трэш убил? Мэлли Сунелли, да? Его тупо собрал Трэш, ну, под... Как его может... Как его вообще может убить Трэш, если он напуливает на протопала? Ну, вот именно, ну, паладин, видимо, ничего не собрал, потому что впервые Ханта не бил Трэш. Ханта под конец уже, когда там осталось два больших, ну, два больших моба, потом его закрывали. Сифина, да, я не вижу здесь ударов трэша. Давай тоже ГП Химели Сунели тогда кинем. Вы что курите, блядь, он уже сдох. Смотрите, его убил живой огонь. Я рентанул. Ну давай, ебанем тоже ГП. Джозефина, у тебя есть ретрик? Пекайся. Селочка, давай потанчишь, это мы без тебя не убьем. Вы, которые хантами никогда не играют, каждую резку слышит. Вы 4 секунды напуливаете градом стрелы и ловушкой, а дальше бьете большого голема. И он вам перед полом это сказал. Как вас убил голем? Либо вы не напулили, либо вы продолжали бить. Там, Кирилл, тут проблема, тут сразу и кот умирает, потому что кот срывал в секунду, там, ну... Почему у нас с Войдом отличаются смерти Хмели Сунели прям полностью? Потому что там две смерти было, или что такое? Ты последнюю линкую? Ну, в разных рейдах просто. Я вот последнюю линкую, вот самую последнюю, которая 23-42. Последний это вайп, наверное. Интеллект, дайте. Давайте заходим в зеленью, все дали. Митриус готов? Да. Тони Хэт. 1, 2, начинай. Виталий, на Виталия Куна сейчас пошел босс. Я не делал, я вот на коне был. Дмитриус опять неправильно спорил. Схватки надо начинать, я не знаю. Падает. Не напуливают ханты, наверное, на БДК еще. Напуливаем. Не знаю, значит, вы не умеете. А есть место, ну, точнее, дамажит. Замена на АДК. Мне на эти девушку встретить. Дмитриус, у тебя руническое было на КД? Может, у тебя промахи были? Зачем БДК руническое из пула? Ну, чтоб такого не было. Там такого не будет никогда. Просто он неправильно, типа, этот самый, он подбегает к нему, ну, бьет чем-то и слазит перед ним с коня, он в обиду. Почему на... Дмитриус, почему ты не можешь просто подбежать, хватку прожать и потом ЛП, ЛП, кровоотвод, ЛП? Разве это сложно сделать? Ну и что, Джерри, нет у него этой херни. Чё, ты тоже, если ее не качаешь, то ты, ну я не знаю, как тебе сказать. Ну, так... Ты прожимаешь эту херню, когда у тебя руны смерти активируются, ты прожимаешь усиленное руническое оружие и накидываешь там 8 лпшек. Ну, эта фигня как раз качается, чтобы руническим оружием ты мог отхилиться, а не лпшки накидать. Я наоборот, я бью удары смерти, потом прожимаю руник и закидываю лпхами. Там сначала, пока на пул идет, и с меня и так не сорвут. Ну, на пул слабый, что-то ДК промахивается 4 ЛП, дальше твои действия, рунического нет. Как агрить босса? Я соберу кап меткости. Кап меткости на сервере только я собираю, остальные не собирают.